Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас старая забытая рубрика «Посылки из Китая». Будет несколько коротких роликов, но зато ролики будут выходить теперь чаще, благодаря этим китайским чудесам. И начнем мы, пожалуй, с вами с аксессуаров для часов от Huawei, а именно Huawei GT 2 Pro. Ну, также подойдет на простые GT и даже на Watch 3. И сегодня у нас на распаковочке будут два товара. Это будет вот такой вот ремешок и силиконовая защита для ваших часов. Приступим к распаковке. Так, вот, собственно, наши часики Watch GT 2 Pro. Без ремня, как видите, я уже его снял. Выглядят они достаточно скромно, если нет ремня. Ну, как и, в принципе, любые часы, сколько бы они ни стоили, в разобранном состоянии они будут выглядеть всегда дешевле. Скажем так, непрезентабельный вид. Так, уберем в сторонку. И вот наш силиконовый ремешок, который я заказал на Алике. И также силиконовая защита. Хоть и стекло у нас из сапфира, но оно все же имеет риск разбиться при сильном столкновении. Сейчас примерим, посмотрим, как это все будет вместе выглядеть. Да, поскольку черного ремешка у меня в комплекте не было. Уберем в сторонку. И начнем, пожалуй, с нашего ремешка. Так, открываем аккуратненько и вытряхиваем. Вот так вот достаем. Ну, силикон, я скажу, мягкий такой. Тут у нас петли. Такая петелька, она может вылететь. Не так легко, конечно, ее можно вытащить, скажем так. Да, силикон мягкий. То есть обычно приходит дубовая фигня всякая, но петелька, по-моему, пластмассовая. Тут написано Watch GT, не 2 Pro, я не знаю, кстати, как на оригинальных, написано ли 2 Pro или просто Watch GT, поскольку в комплекте у меня ремешка не было. Так, и откроем наш, не знаю, как правильно называется, чехольчик для часов, потому что защитным стеклом это не назовешь, поскольку это силиконовый чехол, и из серых часов сделаем черные, удешевим, скажем так, но зато защитим. Вставляем сначала эту сторонку, и тут у нас сверху такой паз, и нажимаем на эту кнопочку, оттягиваем, и вставляется в паз наш ремешок. Так, проверим, надежно ли все это стоит, дабы не потерять наши часики. Сверху обычно ставится петля, а снизу просто ремень. И здесь проделаем такую же операцию, как и на той стороне. Так, вот так это все будет выглядеть с черным ремешком. В принципе, неплохо. Теперь, правда, они выглядят как спортивные часы. Да, но да. И оденем наш черный силиконовый чехольчик. Да, бывают разные цвета. Есть серый, золотой и, по-моему, просто прозрачный. Но прозрачный выглядел бы как-то, на мой взгляд, бедно. Так, одеваем сначала на кнопочки. Прелесть в том, что вы всегда можете его снять. То есть отработали. Мне это как бы для работы, я боюсь повредить свои часики или поцарапать, не дай бог. Хоть и материалы благородные, титан, там керамика с обратной стороны, сапфировое стекло. Но как бы все можно разбить. Дурости на все хватит. Так, вот так это, кстати, да, выглядит ничего так. Вот так это все выглядит. Да, экран немножечко блеклый стал, но зато сверху еще получается силиконовая защита. Неплохо, неплохо. Да, несмотря на благородные и высококачественные, высокопрочные материалы этих часов, мне все равно страшно за то, что даже сапфировое стекло все-таки можно и разбить. И благодаря моей работе это можно сделать на раз-два, просто не заметив и задеть какой-нибудь угол и как минимум поцарапать свои часы. Поэтому я себе и приобрел этот силиконовый чехол для своих часиков. Возможно, кому-то тоже будет полезно приобрести вот такой чехол для своих часиков, и специально для этого я оставил ссылочку на этот товар в описании. Ну, в принципе, как и всегда. И да, как бы, что меня очень порадовало, что, в принципе, в выходной день я могу снимать этот чехольчик, а на работу, скажем, одел, и у меня такие вот черные, не знаю, простые GT, как будто бы с виду, но зато они защищены. И да, если я что-то не упомянул, пиши, как всегда, в комментариях, а с тобой был Дядя Бен, желаю тебе всего хорошего и до свидания.